Кришноткитан гану нартано кала патхо жани вражита садбхакта валиханса чакрамадупо сени вихараспадам карнананди каладханир бахтуме жевамару прангани сиджайтанна Кришнат Китана Гану Нартано Кала Патхо Жани Вражита Шадбхакта Валиханса Чакрамадупо Сени Вихараспадам Карнананди Каладханир Бахтуме Живхамару Прангани Си Чайтанна Даянидхета Валасад Лила Шудха Свардхуни Гаурия Госхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told, I am going to submit unto the lotus feet of such a Sadguru who can give me 100% Гаурия Госхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что я предамся такому Садгуру, который может даровать мне несомненно высшие блага. И вот Сисила Прабхупада сказал, что я приму прибежище у такого садгуру, который даст мне несомненное, настоящее, подлинное, вечное благо. И вот Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что в Шри Чайтанья Чаритамрите есть такие слова. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите мы находим такую шлоку, и там Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что словами, речью и умом мы не должны причинять никаких беспокойств другим. Мы должны быть очень осторожны насчет этого. И вот Гурупад Падма говорил, перед тем, как оставить свое тело, если кто-то, кто, если вы думаете о нем как о своем враге, то вы не можете достичь совершенства. Или если кто-то является вашим врагом, если вы кому-то причиняете какие-то беспокойства, какую-то боль, то вы не сможете достичь совершенства во время оставления тела. И это важное, то, что мы не должны беспокоить никого. И это лозунг чистых вайшнавов. Они никогда не хотят никого не беспокоить, причинить какие-то беспокойства, проблемы им. Они сердцем молятся Верховному Господу, о Господь, сделай так, чтобы они обрели какое-то благо. И вот также много раз я говорил о молитве Прахлад Махараджа Нарисимха Деву, можно вспомнить. О Господь, Ты должен сделать что-то для них. Они дети демонов. И если Ты не даруешь милость им, то что я могу делать с этой милостью? Ты должен сделать какое-то благо для них, чтобы они достигли их высшей цели. И такова цель Гуру Вайшнава, поскольку другое, какова наша цель, это зовется Кришна Прама. Я могу, по Вашей милости, я попытаюсь что-то сказать о том, какова наша цель, как мы можем достичь Кришна Прама, и мы должны эту Праму вот это слово «любовь» на урду, «иск» называется на английском «love», а на санскрите «према», но это совершенно разные вещи. И аналитически
я обсужу все это. Но главное то, что вы можете вспомнить перед тем, как оставить тело. Шрила Прабхупад был вынужден сказать очень... И вот Шрила Прабхупад говорил, что я беспокоил каких-то людей, поскольку я вынужден был говорить им о абсолютном настоящем Хари Бхаджане. А если кто-то под именем Хари Бхаджана делает что-то, что не, совершенно не является Кришна Бхаджаном, я не могу потерпеть этого. Если вы пообещали мне совершать Хари Бхаджана, сейчас обманываете меня, то что это? И вот я вынужден был беспокоить многих, поскольку я хотел занять их в настоящем Хари Бхаджане, и поэтому, может быть, они думают обо мне как о своих врагах, но будьте уверены, я, сидя на Вьясасане, говорю, что у чистого Гуру Вайшнава не может быть никакой враждебности ни с кем. Даже те, кто хотят убить его, или оскорбить, или еще что-то, но все равно Вайшнав, он не может иметь никакой враждебности и не захочет отомстить им. И это главный признак Вайшнава. Я несколько примеров могу привести, чтобы вы поняли. Один Бабаджи Махарадж из Навадибдамы, он ходил в суд Кришнанагара и писал всякие заявления и возбуждал уголовные дела на тех сахаджи, которые находились на Навадвипе и якобы совершали Хари Бхаджан. И большинство из людей, они не знают, что такое Хари Бхаджан, что значит Хари Бхаджан. Хари Бхаджан значит, чтобы Верховный Господь был доволен. Мы должны делать все для радости Верховного Господа. И если вообще наши действия, наша преданность, наши действия, если они вообще приносят удовлетворение Верховному Господу или нет, мы должны думать об этом. Как, например, кто-то может совершать много баджана, но Гурудев недоволен им, Гурвага недоволен им, и Кришна недоволен, то как такой человек может достичь успеха? И вот Шрила Прабхупад обычно говорил, что какие-то люди говорят о публичном счастье, а кто-то о личном счастье. И вот те, кто говорят о общественном счастье или о личном, но мы не ищем ни публичного счастья, ни общественного. Мы каждую часть секунды мы должны искать то, что сделать для того, чтобы Верховный Господь был доволен и счастлив. Это наша единственная цель. И вот этот Бабаджи Махарадж практически каждый день ходил в суд и писал заявления на них, а и какие-то люди, которые думали о себе, как, что они возвышенные, преданные, они пошли жаловаться к Шри Прабхупаде, что вот смотри, ходит этот Бабаджи, только заявления на всех пишет, что ему делать больше нечего. Это что, работа у него такая? Чем он занимается? Должен своим бхаджаном заниматься, а не нас беспокоить. И Шрила Прабхупада сказал, что да, это его бхаджан такой. Он не может потерпеть, что вы совершаете всякую ересь под именем Хари Бхаджана. Кто-то там общался с женщинами, будучи в отреченном укладе жизни, кто-то деньги воровал в храмах, кто-то еще что-то делал. И вот этот Бабаджи Махарадж не мог этого потерпеть, поэтому почти каждый день ходил и писал заявления в полиции, в суде на этих людей.
И вот это у него такой баджан был. И вот что такое харибаджан, что такое нет, кто такой великий вайшнав, а кто нет. Я много раз говорил, что качество и количество, они не могут быть одновременно. Мы не можем ожидать этого. Качество и количество, они не могут одновременно сосуществовать. Нужно чем-то пожертвовать, как, например, есть солнце и ночь, как одновременно. День и ночь не может быть. Если есть солнце, то это день. И нет никакой тьмы. Конечно, может облака закрыть солнце, но все равно светло. А ночью нельзя ожидать, что солнце будет, поскольку если будет солнце, то ночи не будет. И таким же образом это просьба всем. Не думайте, что я пристрастен к чему-то. Я, находясь на нейтральном уровне, на беспристрастном уровне, и моя обязанность говорить об этой абсолютной истине, и если я что-то попытаюсь скрыть, то это будет дживахимса с моей стороны. Шрила Прабхупад, только Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати мог сказать, только Гаудия Мадха мог сказать такую сиддханту. Этой сиддханты нет во всей Вселенной, только Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы думаете, что физическое насилие это кому-то причиняете боль, это вы думаете, что это дживахимса? Нет. Это не настоящая дживахимса, конечно, это дживахимса, но не настоящая. Настоящая дживахимса, как можно понять, что это? И вот настоящая дживахимса значит, что если мы не помогаем этой дживе, как этот дживатма может обрести вечное, высшее благо, но вы из-за своих каких-то корыстных целей не сообщаете этой душе об этом. И это зовется дживахимса. И самое наихудшее дживахимса — это обманывать других душ относительно достижения наивысшего блага. И вот это слово «дживахимса» имеет очень глубокое значение. Если мы, например, знаем все, но все равно обманываем людей, говорим полуправду, не открываем этой абсолютной истине из-за страха, что кто-то будет как-то противиться этому, как-то препятствовать. И поэтому, если мы скрываем и не говорим об абсолютной истине, но являемся... И вот я ученик ученика Шрилы Прабхупады, и если даже я говорю, что если весь мир будет против меня, то все равно я не прекращу говорить об этой абсолютной истине, находясь под сенью лотосных стоп моего Гурупад Падме. И вот под его лотосными стопами я могу говорить об абсолютной истине. И если что-то случится, пускай случится, и другой пример я могу привести. И тогда вы поймете учение Шримана Махапрабху. По вашей милости я попытаюсь сказать об этом. И вот можно вспомнить то, что Шрила Бхактинот Такур, он говорил Шри Чайтанья Чайтамрите, он говорил Харикатху Поди Чайтанья Чайтамрите в Парушоттам Дхамме, и там рядом с Самадхи Харидас Такура его дом был. И вот Харидас Такур, он повторил Харинам там. И вот Шрила Бхактинот Такур там после обеда говорил Шри Чайтанья Чайтамриту, и Бимала Прасад тоже был там. И в то время Шрила Бхактинот Такур он сказал: «О, Бимала Прасад Прабху, ты должен
за меня говорить Харикатху по сочетанию Читамрити, мне надо в Калькутту съездить на какое-то время. Он сказал, что хорошо. И вот когда Шрила Бхактивинода Тхакур уехал, Шрила Прабхупада начал говорить о сочетании Читамрити очень аналитически, и так, что мы не можем ожидать такой аналитического объяснения ни от кого. И потом, когда Шрила Бхактивинода Тхакур, он вернулся, он обнаружил, что количество слушателей резко уменьшилось. Он подумал, почему же так случилось. Но потом, когда Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что продолжай, хоть я приехал, но день-два отдохну и потом начну. И вот тогда Шрила Бхактивинода Тхакур начал слушать, что говорит Шрила Прабхупада. И когда он услышал, он сказал, я не мог ожидать такого прекрасного объяснения. И поэтому я понял, ты настолько милостив, но эти люди не могут понять твоей милости, и поэтому количество слушателей уменьшилось. Ну, хорошо. И вот через какое-то время так называемые преданные опасные люди, которые носили одежду саньяси и прочих отреченных укладов жизни, они решили напасть на Шрилу Прабхупаду. И вот они хотели напасть на Шрилу Прабхупаду, и Бхактивинода Тхакур сказал, что ты хотел принести большое благо, но они настолько глупы, что не могут принять этого, и поэтому лучше уезжают сюда. Езжая в гору домой, там начинай Нама Санкиртан. Отдал ему малу и отправил в город дам. И когда он приехал сюда, то он начал ягью повторение миллиарда святых имен. И вот Шрила Прабхупад часто говорил, это практическая ситуация. Я не стремлюсь ни к славе, ни к чему. Если вы остановите мою харикатху, это пойдет. Я не буду думать об этом. Но поверьте мне, я представляю Шрилу Прабхупаду и Шрилу Бхактивинода Тхакур, хотя я недостоин, но я пытаюсь сделать лучшее, что могу, чтобы сказать то, что я услышал от Гуру Варги. Я никогда не смогу отплатить им. In Shastra we can get whenever you get bird, whenever you get bird, that time you will have to pay four different kind of debts, you know. И вот сейчас так говорится, если вы то, что люди, когда не рождаются, они уже это рин называется, риширин, питирин, деварин, бутарин, то есть все живые существа, которые рождаются, они уже должны родителям за то, что они родили их. Риши, которые дали все шастры живым существам и полубогам. И как же отплатить все эти долги? Процедура в том Риширин, если мы хотим отдать долг Риши за их помощь нам, то и как же отплатить им мы должны? Говорить о их наследии, о их учении, о и вот в Нити Шастрах можно найти Мунинамча Випрамаха, что если риши совершают ошибку, то если мы совершаем ошибку, в чем плохое, но это не, что плохого в этом, но это не должное настроение баджана. Те риши в Махабхарате и других местах иногда описывается, что они риши когда иногда совершают какие-то ошибки, но это глупо. Если мы будем тоже совершать ошибки, как они, но это неправильно.
поскольку они эти решения по-настоящему ошибки не совершают, а совершают их на показ, чтобы показать нам, что нельзя делать. Их действия не подобны мильным камням на нашем пути, которые указывают, что не нужно делать, чтобы такого в нашей жизни никогда не случилось. Это правильное умонастроение баджана. Спорящее настроение — это не то, как нужно совершать баджан. И вот Мунинам Чави Брамаха, значит, они действуют так, что в будущем мы могли найти какое-то решение, чтобы мы не совершали никаких оскорблений. И на пути нашего баджана это мы должны принять. И вот суть в том, как отплатить риши, если мы, как Вишвамитра Муни, например, он Гайтри мантру дал, вот мы получили ее от Вишвамитра Муни, и мы должны, когда мы повторяем ее, мы должны думать о значении этой Гайтри. Гайтри, и как совершать баджан, я узнал от Гуру Падмы, от Гуру Варги, и постепенно я могу открыть, описать мое чувство. Гайтри мантра, она очень важна. Кама Гайтри тоже важна, но это Брама Гайтри, она очень важна. Я впоследствии напишу что-то о ее славе. Эта Гайтри мантра может помочь нам избавиться от материальной обусловленности. С незапамятных времен мы обусловлены, и нет другого варианта, как избавиться от этой материальной обусловленности. Шрила Прабхупад говорит, только те, кто принимают прибежище у лотосных стоп настоящего садгуру, и они совершают настоящее служение этому садгуру. Если садгуру доволен ими через эту процедуру, только через эту процедуру можно избавиться от материального рабства. Великие ученые, которые... И после того, как вы получили эту Гайтри мантру, нужно совершать баджан под руководством того садгуру должным образом, но садгуру никогда не может дать нам неправильных советов. Мы следуем уникальному духовному учителю Шри Чайтанья Махапрабху. Он действует как гуру. Когда Кришна дает нам какие-то наставления, то есть тут кто-то может подумать, что все говорят, что поклоняйтесь мне, и Кришна говорит, поклоняйтесь мне, еще толку. И, то есть какие-то люди так думают, что все говорят, что нужно им лично поклоняться, и поэтому Шри Кришна, он решил явиться в форме своего преданного. Хотя Кришна говорит правильно, вот в этой шлоке, например, что нужно поклоняться ему, думать о нем, что он может спасти нас. When I'm speaking this way, they cannot understand me. So let me try again in different. И вот Кришна, сам Верховный Господь, смотрите, когда даже Верховный Господь был в этом мире, то большинство людей не поняли, что Он Верховный Господь. Если посмотреть на нас в сравнении со всей Вселенной, то кто мы? Мы настолько незначительны, настолько малы. Если мы осознаем это, то какое-то смирение появится в нашем сердце. Если мы будем гордиться всем, то это очень опасно. И тогда Верховный Господь накажет нас. И вот смотрите,
Риширин, мы должны как отплатить долг Риши то за то сокровенное знание, которое они даровали нам. Потом Питририн, мы должны отплатить родителям, жить достойной семейной жизнью, чтобы отдать долг родителям. Мы должны родить детей, сына, в том числе, который будет в дальнейшем совершать шрадхи ради нашего блага. If there is nobody to give water and, you know, cake, funeral cake, then they need it. So this is one kind of payment. Two, pituri. И вот один из вариантов отдачи долга родителям, а деварин, как отплатить полубогам, смотрите. И вот описывается, что Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, Брахма после того, как сотворил этот материальный мир, он дал указание полубогам служить согласно его наставлению. И вот это, есть такой термин, это уполномочить кого-то, delegation of authority на английском, то есть давать указания кому-то действовать от своего имени. Вот на русском не помню, как термин точно называется. И вот полубоги, они исполняют все свои действия по указанию Господа. И также мы, люди, должны совершать свои обязанности, как, например, совершать яги для того, чтобы полубоги были довольны. Когда мы совершаем ягью и приносим различные подношения огню, то этот огонь, он доносит эти подношения соответствующим полубогам. И вот по огонь есть, по огне есть такая мантра, очень прекрасная мантра, Махарадж обсудит ее в дальнейшем. И вот как Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать, как он думал о благе обычных людей. И вот наш долг перед Риши, перед родителями, перед полубогами, мы должны как можно отплатить. Они нужно поклоняться им и совершать какие-то жертвоприношения и прочее, то, что они укажут. Мы должны служить их там так. А Бутарин, мы родились в этом материальном мире, и каждую часть секунды у нас какие-то обязанности по отношению к другим живым возникают. Если вы думаете, что вы ничего никому не должны, то это неправильно. Вы должны делать что-то, что принесет благо этому обществу. Я говорю вот это по отношению к обычным людям. А те, кто совершают харибаджан по-настоящему, не так, что те, кто делают что-то еще под именем харибаджана, нет. Я не говорю о них. Я говорю о тех, кто приняли решение совершать харибаджан или умереть. Это
девиз Харибаджана, но Шри Чайтанья Бхагавати, Шри Чайтанья Чайтамрити, такого нету, там внешне не найти, но я могу показать. Хотя, если так почитать, то не видно таких слов там, но я могу показать, смотрите, в писаниях Госвами и... И в Кави Карнапуре они описывают чувство Шри Чайтанья Махапрабху после того, как он принял саньясу. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, каково чувство Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны помнить, и тогда я вернусь к учению Шрилы Прабхупады. Учение Шрилы Прабхупады значит учение Шри Чайтанья Махапрабху. Я, сидя на Вьясасане, можете сжечь меня, если я говорю ложь. Учение Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Его учение значит, это точное, неотличное учение Шри Чайтанья Махапрабху. Если вы будете пытаться изучать учение Шри Чайтанья Махапрабху без Шрилы Прабхупады, то вы не поймете этого. И вот после того, как Махапрабху принял саньясу, каково было его чувство? Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что я принял саньясу. Я не думаю о моем будущем, какое будущее. Я совершаю Харибаджан. Я принял саньясу в моей жизни. И кто будет думать о моем будущем? Если какой-то саньяси или ачарья думает о своем будущем, это падшая душа. Никакой не ачарья вообще. Он не может обмануть людей таким образом. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что я буквально прыгаю в океан Лил Кришны. Кришна подобен бесконечному океану расы нектара. И кто и для чего мы приняли саньясу? Саньясу мы принимаем для того, чтобы прыгнуть буквально в этот океан нектара. Если мы умрем или не умрем завтра, или потом, какая разница? Это чувство Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит так, что я... И вот Гурупад Падма, он говорил, муку значит прямо. Мукур на санскрите значит зеркало также. Это объяснение слова мукунда. Но здесь, да, значит, тот, кто дает, и Мукунда, значит, тот, кто дарует прему, его зовут Мукунда. И вот, если мы приняли решение в своей жизни служить Мукунде, Нандана Кришне уникальным образом. И вот таким образом я могу помочь себе или другим также пересечь этот материальный океан. Я могу помочь другим, поскольку если мы утвердились в этой Сиддханте, если мы сами не утвердились в Сиддханте, то как можно другим помочь пересечь этот материальный океан? В Махабхарате можно найти, там говорится, что жизнь очень коротка, кто может помнить все шастры и все остальное, и постепенно привести все в гармонию. И вот в Махабхарате мы находим прекрасный совет. Тот уже, кто уже пересек этот материальный океан, он может помочь вам. А тот, кто тонет там, то как он вам поможет?
я не знаю. Какие-то глупые люди верят таким тонущим людям, которые тонут в этом океане. И как же они могут помочь? И вот в Махабхарате не нужно читать Махабхарату, вы можете помереть. Шрила Прабхупад говорил, хорошо, это да, Джая Грандха, но настоящее значение вы не можете извлечь оттуда, так много вещей там, которые могут запутать вас. И вы не сможете стать успешными, поэтому много раз я говорил, что те Госвами, они спактали весь этот океан Писаний. Шабда-састра — это океан, из которого они... Извлекли суть, и вот поэтому Шринивасачарья, он говорит так о Госвами, о шести Госвами. И другое, что большинство из нас, у нас нет здравого смысла. В сочетании Бхагавати мы находим одно слово. И вот те, кто совершают Кришна Бхаджан, они очень-очень умные и хитрые, но не так, как ворона. И вот они умные и разумные, как Парамахамсы, чтобы извлечь суть из всего. И вот смотрите, там мы не можем понять, каково значение, и говорится, что те, кто... You can see there is written that Nasanti Anayaka. At the time of Ben Maharaj, there was nobody to rule. Во время Вена Махараджи не было никого, кто мог бы править миром. Риши, они прокляли его, убили, и никого не было, кто мог бы контролировать эту ситуацию, все разбойники, воры и прочие. Они начали заниматься своей такой неблагочестивой деятельностью, и говорится, что если есть нет лидера в обществе, то общество все распадается. Или если Kunayaka, Kumil, his attention is there in material thing, not in devotion. One foreign philosopher, you can go through my cow books, cow sort, Chetana Kajar, there I will. Или если лидер какой-то слишком беспокойный. Any leader of this society, any leader, any minister, any leader of this society, и вот какой-то западный философ сказал, что настоящий политик, лидер, он должен быть философом. И Махарадж, когда увидел это, он был очень вдохновлен, что действительно очень правильное высказывание, что каждый политик, каждый правитель должен быть философом. А сейчас те политики обычно глупцы. У них нет видения правильного понимания своих действий и последствий. Они как собаки, только гавкают друг на друга. А как они могут вести, руководить обществом, если они свою жизнь не могут в порядок привести? Такова ситуация. Я в Чандракане на Бенгале говорил, что вот эти уличные собаки. Они говорят, о, люди,
Какие вы люди друг с другом сражаетесь за славу, почет, уважение, а мы, собаки, мы сражаемся только за еду. Мы хотим есть хлеб в нашей области, если какая-то другая собака приходит, то мы ее прогоняем, но вы люди без какой-либо причины спорите, сражаетесь друг с другом. У вас есть возможность совершения харибаджана, вы занимаетесь непонятно чем. И вот собаки так обращаются к людям, как вы можете называться людьми, если ведете себя так. И Шрила Прабхупад говорил, вы не знаете, но я слышал это от самого старшего из нашей Гурварги. Можете не поверить в это, если я скажу, но это нечто уникальное, как Шрила Прабхупад мог видеть то, что случится в дальнейшем. Шрила Прабхупад не так дешев, как кто-то думает. Шрила Прабхупад, он может видеть прошлое, настоящее, будущее. И вот Шрила Прабхупад говорил, Ядувамса будет уничтожена. Они будут сражаться с другом без какой-либо причины. Какова причина? Если наша цель Кришна, то зачем мы спорим друг с другом? Какое благо мы получим от этого? Шрила Прабхупад предсказал еще 70 лет назад об этом. Однажды Шрила Прабхупад собирался принять прасад, Парамананда Прабху принес ему прасад, и вот он сидел и ничего не с ней принял, а смотрел в сад, и через какое-то время Парамананда Прабху пришел: «О, Прабхупад, вы еще ничего не съели. Почему? Много времени прошло. О чем вы думаете? Что вы видите там?» И он ответил: «Я смотрю, что вы сожгете вашу благую удачу. Ваша удача, она уже сожжена и стала пеплом. Вот я смотрю и вижу, я пришел сюда, чтобы давать вам сокровища, но вы что-то простое не можете принять, какие-то простые предваряющие вещи. И как? И что говорить о Рагануга, Рупануга Бхакти и о более высоких вещах?» Шрила Прабхупад говорил так, и таким образом очень... такая плачевная ситуация. И вот те, кто... То есть то общество, в котором нет лидера, оно обречено на развал. И если есть лидер, но бестолковый, тоже развалится. Не нужно какие-то предосторожности принять. Или если в обществе много лидеров, то это тоже обычно ведет к разрушению этого общества. Из шастры многие даже этих простых вещей не понимают и делают лидерами всех желающих. Но в шастре говорится, что если больше одного лидера, то общество, оно обречено на провал. И вот моя жизнь посвящена Шриле Прабхупаде и служению его учения. И вот в этой шлоке говорится, что если много лидеров в обществе, то борьба возникнет между ними.
такое общество развалится, и каково решение? Кто может? Бхакти — это шакти. Почему Парикшит Махарадж мог контролировать весь мир? Почему Парикшит Махарадж мог контролировать весь мир, а мы не можем даже свою семью контролировать? Почему так? Недостаток бхакти, преданности. И вот смотрите, Шрила Прабхупад, он говорил с тяжелым сердцем, что если кто-то строит какое-то большое здание, вы сами может построить ничего не можете, но разрушить другое здание часто можно. И Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем говорил об этом. Asaktam griharamir saktam, I forget that meaning to destroy. I can speak after some time, I can remember. You cannot make one building, but if someone going to build, you are going to destroy. И вот так часто бывает, что кто-то не может здание построить, но сломать может. И вот так же мы не можем создать преданность, но разрушить можем. И вот Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем говорил, что мы должны думать снова и снова на эту тему. This you can do. So now, actually, point is there. Вот суть в том. The condition of bonded soul is состояние обусловленной души очень плачевно. Если мы сможем осознать, то мы будем плакать. И как осознать это? И тогда мы не найдем никакого решения. Кто-то говорит о что мы слышали такое английское слово, что пословица, точнее, что предостережение лучше, чем лечение, предосторожность. То есть кто-то думает, у него достаточно денег, может вылечиться, но гораздо разумнее предостерегаться от возможности заболевания. И вот суть всего Бхагаватам, в чем это учение. Из Бхагаватам мы видим, мы должны выражать должное почтение тем и служить тем великим преданным, кто служит Шри Чайтанья Махапрабху. Они подобны медовым пчелам, и мы должны служить им. И какое благо мы обретем от этого? Можно по-другому спросить, что вы не можете получить, если будете служить им, вы обретете абсолютно все. Если вы обретете Кришну прямо, это все. Это она полная сама в себе, и больше ничего не нужно. Я объясню это в Упанишадах. Поэтому иногда мы видим наставления от Гурудевы и нашей Гурварги.
И вот если мы чувствуем какое-то удовлетворение в своем сердце и относительно вот каких-то материальных вещей, если мы довольны всем, то есть, смотрите, если Пратиштхана никак не задевает наше сердце, это слава, почет и уважение, если оно не задевает наше сердце, и она может прийти к нам, и это будет Вайшнави Пратиштха. А если это Пратиштхана оскверняет нас, то это не будет уже Вайшнава Пратиштха. И то Вайшнава Пратиштха мы должны передавать своему Гурудеву и всей остальной Гуру Парампаре во время принятия посвящения, во время дикши. Вот этот стих. И вот если мы во время дикши не предались полностью Гурудеву, то как можно ожидать, что мы можем пересечь этот материальный мир? Может, мы на 60% наша обусловленность ушла, но на 40% осталась, и это помеха. Может, на 90% ушло, но на 10% осталось. Все же мы в таком обусловленном состоянии. Но на 99%, если даже обусловленность ушла, то и это то опасно, поскольку 1% обусловленности остался, но она должна выйти на 100%, и это пример этому Куреш, который полностью предался Рамнузачари своему Гурудеву. Он отдал все Гурудеву, не только тело, все остальное — имя, славу, положение, силу, образование, богатство и все остальное, все мы должны посвятить Гурудеву. И Рупа Госвами Пад говорит, мы должны пытаться понять это Лабдвапанам. И в тот день, когда мы это узнаем, когда мы поймем, мы почувствуем полное удовлетворение в нашем сердце. Шрила Бхактивинода Тхакура в киртанах говорит об этом. И что он говорит, что я сейчас... И вот в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакура говорит об этом. Мы должны день и ночь петь эти киртаны. Я даю вам свои, не ожидаю получить ничего взамен. Вот в этом киртане говорится, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, почему я чувствую некое трансцендентное блаженство, только потому что я отдался тебе, о Господь, я предался тебе полностью и без остатка. И если так случается, то как какой-то вайшнав может разгневаться? Вайшнав значит Верховный Господь, вайшнавы, они спутники, они, если они настоящие вайшнавы, они не отличны от него. И вот Рупа Госвами говорит, что если мы оставляем что-то для себя, то это очень опасно. Ответственность за это приходит к нам, и Шрила Прабхупад говорит, что мы подобные почтальонам. Мы должны
передавать людям послания Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Если я говорю о чем-то, я могу в любой момент показывать вам доказательства своих слов. И я подобен почтальону, я просто передаю вам послание Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. Если кто-то спорит со мной, то это бесполезно. И вот там говорится вот это слово «лабдва парнам». Если такая удовлетворенность не появится в нашей жизни, то если кто-то будет говорить что-то против нас, то какие-то такие люди будут гневаться. If somebody is going to speak, Sambhava is very genius personality. I am not happy. If somebody is going to speak, Sambhava is a beast. Still, I am not going to pay. Feeling in pain. Tulla ninda stuti moni santushta jena kena chito aniketo stira matir bhakti mande priyanara. All same. Because who is going to pass this kind of remark? That you are genius. He is also a mature person. Your word is speaking is also material word, and when speaking you are a beast. Okay, it is also material word. It is also material word. И вот если кто-то нас хвалит или критикует, то это слова хвала или ругань таких людей, они материальные, и слова, которые они говорят, тоже материальные. Какое отношение они имеют к нам, поскольку их слова временные и материальные? Если Шрила Прабхупад говорит, что Кришна Бхаджан — это единственное решение в нашей жизни, если мы готовы на 100% совершать Кришна Бхаджан, иначе следующее бесконечное количество жизни не будет никакого решения, кроме этого Кришна Бхаджана. Один ачарья с другой стороны реки, он говорил всякую ересь о Шриме Бхакти Прамоде Пури Госвами Махараджи, который является признанным подлинным Парамахамсой. Я могу прикоснуться к Туласи, к Парамахам и к Шалаграму и сказать, что никого подобного ему я не видел, у кого было бы столько смирения. Вот какой-то ачарья говорил какую-то ересь про него. И даже он говорит, что Пури Махарадж, конечно, Тикари, занят арчаной, даже его титул Шрила не говорил. И вот в наш храм это пришла эта новость, и какие-то ученики сказали, что вот тот его текущая чарья, вот того матха, который говорит вам так про вас. И вот Гуру Махарадж засмеялся и сказал, почему вы беспокоитесь об этом. И очень счастлив, что, по крайней мере, он считает меня Канишха Бхакта. Я думал, что у меня и этого нету. И вот вы должны радоваться, что у нас меня Канишха считает. Я думал, что я еще и не Канишха. И внешне тогда Гуру Махарадж был очень беден, но если мы но вайшнавы, они в физической жизни, если мы обнаружим, что вайшнав беден, например, денег нет или еще что-то, если мы будем этому придавать значение, то это станет причиной нашего падения. И вот Гуру Махарадж, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакура, кто нет? Кешава Госвами Махарадж, все. Они ездили на этих электричках. Ну, поскольку дешево и удобно, и не тратили деньги на какие-то такси и прочие дорогие поездки. И вот, вот Махарадж тоже сейчас он так ездит на этих электричках. И это не значит, что
who is not knowing an ABCD about bhajan, he is also. Оно сейчас так бывает, что какие-то люди, которые не знают ничего о баджане практически, они уже гордятся всем, как Равана. Равана, он был имперсоналистом Майаваде. Но что я хочу сказать? Однажды Гуру Махарадж ехал этим электричкой, и кто-то пришел к Гурудеву, прикоснулся к его голове и сказал, начал шутить, что-то делать, что... ученики видели, что начали возмущаться, что ты тут делаешь, зачем головы Гурудева касаетесь. А Гурудев сказал, что вы возмущаетесь, может, он благословить меня хочет. Зачем вы гневаетесь? Это умонастроение такого вайшнава, я узнал это от Гурудева. Я не могу прекратить говорить о абсолютной истине, я могу умереть или жить дальше, это не столь важно, но я должен говорить об абсолютной истине. И вот таким образом я узнал от Гурудева, сколько смирения у Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура Гуру Кишора Бабы. И поэтому Гуру Кишора Баба говорит, после моей смерти, это моя просьба, чтобы вы привязали мою ногу к веревке и протащили меня, мое мертвое тело по Навадвипе и кинули в Гангу. Но те, кто настоящие вайшнавы, не поняли сердце Гуру Кишора Бабаджи Махараджа, что его сердце полно разлуки и насколько смирен он. И когда мы сможем достичь этого? И вот они И вот какие-то там сахаджи, они решили сделать так, как завещал Гуру Кишора Бабаджи Махарадж. А Шрила Прабхупада, он начал возмущаться, что как вы смеете моего Гурудева, которому гордился сам Шриман Махапрабху, а вы хотите так сделать с ним? И вот и также Нарисимхадев, он открыто сказал, что если кто-то спросит меня, о Господь, мы хотим увидеть пример твоего преданного, я скажу, смотрите на Прахлада. О, Прахлад. И вот такое уважение дано Верховному Господу и Симхадева и Прахладу. И вот смотрите, какое смирение, какая преданность у Прахлад Махараджа. Foolish number one. Make fool of me. Simple Paramananda was not there. Finished. Beating. Why is that Paramananda was there? Еще Махарадж говорит, что иногда так встречается, что какие-то люди, которые заявляют, что они совершают рупануга баджан, если там на просаде парамана не досталось, то начинают очень сильно возмущаться. Это показатель их баджана в кавычках. И вот Шрила Прабхупада так много всего говорил, времени мало. И вот смотрите. Вот это слово из Махабхараты. И те, кто по своей удаче, они смогут находиться под руководством достойной личности, возвышенной, духовно возвышенной души, то это очень удачливые люди. И вот Амбариш Махарадж, Паритху Махарадж, Парикшит Махарадж,
они могут вести всех должным образом. И Шрила Бхактивинода Тхакур Плача 150 лет назад, в то время я могу показать. И сейчас, если кто-то то есть, если этому не придают значения, то как они могут обрести бхакти? Бхактивинода Тхакур, как такая подземная река, как Фалгун Нади, она сохранится. Как и пример Махарадж приводит с династией Яду, что они сражались друг с другом и побивали друг друга просто из-за какой-то прочистки. И те, кто говорят, что Шем Баба гениален, я не радуюсь этому. И те, кто говорят, что Шем Баба слишком как животное, я тоже не обижаюсь на них, поскольку эти все материальные звуки, поскольку если Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада, Шрила Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж, Шрила Санта Госвами Махарадж, если они одобрят меня, то это будет лучше для меня. Вот Гуру Махарадж шутил иногда вот такими словами на хинди. Вот здесь слово сипай значит эти. Ну, например, как у правильного сына, правильного отца, у него есть правильное понимание, что нужно делать, что не нужно. И впоследствии я понял, что Гурудев сказал мне, чтобы я делал что-то важное, а не следовал другим людям, которые следуют в ад. И из Махабхараты я могу показать вам, Пидамаха Бишма говорит. И вот он возмущался, что Брахмачари с самого рождения, а почему Гурудев говорил ему, что нужно жениться. И вот он сказал, что такой гуру мне не нужен, который хочет одурачить меня. Поскольку гуру это не вопрос этого тела, вопрос жизни и всех последующих жизней. И тот, кто не, такой гуру, который не знает, что делать, когда делать и как делать, то что толку от него. И мы должны оставить такого гуру, который обманывает и ведет неправильно нас. И можно вспомнить другую шлоку из Бхагавата. Если кто-то из Гурварги, нашей Гурварги скажет, что Шем Баба хочет сделать что-то конкретное и пытается принести благо, благо другим, то Shakto Griya Bhanjane, I remember. Ashakto Ham Griharambe, Shakto Ham Griya Bhanjane. Махарадж вспомнил эту шлоку, про то, что можно то, что не каждый может дом построить, но сломать почти каждый может. Ashakto Ham Griharambe, Shakto Ham Griya Bhanjane. I can break, demolish the whole system of bhajan. That I can do very easily. Yes, I am habituated to do it. I can do it. This is my capacity. That I can speak.
И можете ли вы хотя бы каплю настоящей веры принести в мое сердце, если кто-то может хотя бы каплю настоящей шрадхи даровать нам, то он есть настоящий ачарья. Но далеко не каждый может сделать это, но разрушить всю систему да, почти каждый может. Рамануджа-ачарью пытались отравить, его подсыпали еду, в еду яд, в чинамриту подсыпали яд и оскорбили его, но все же Рамануджа-ачарья никогда не хотел отомстить никому. Однажды один Махарадж дал какие-то важные бумаги одному брамачари, и вот когда Махарадж хотел забрать назад свои бумаги, то брамачари сказал, что обезьяны напали по дороге, забрали все эти важные бумаги. И вот я был там в это время, и там другой Махарадж был и сказал: «Махарадж, почему ты не видишь в этом желание Кришны? Может, это по желанию Кришны обезьяны на него напали и забрали все?» И также с Шрилой Прабхупадой однажды случилось, он написал фантастические комментарии шлоки Джанмадасья. Настолько прекрасен этот комментарий был. И вот он ушел с одного места, в общем, ушел куда-то, и один брамачари был там всего с ним, от Кришнагара где-то там недалеко. И вот там раньше англичане завидовали, потом они Гауди Матху подарили все, что было в том месте. И вот там Шрила Прабхупада, он писал что-то. И после того, как закончил, был очень доволен. Он чувствовал, что Гуранга и Нитьянанда помогли ему написать это все. И вот он оставил это на рукопись там, и утром пропало все. И месяц Шрила Прабхупада писал это, и потом все куда-то делось, никто не мог найти, куда это пропало. Шрила Прабхупада беспокоился при первое время, но потом подумал, что по желанию Нитьянанды Гауранги, что случилось, что я могу сделать, я опять напишу. Он опять начал писать, опять закончил. Но сказал, первая версия была лучше. И через какое-то время Севак обнаружил то, что мыши его рукопись утащили. Там, эти даже крысы, точнее, утащили его рукопись Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада сказал, что как эти мыши и крысы не могут ничего хорошего сделать, но разрушить могут. То есть они бумаги никакой не могут произвести, но сожрать всю бумагу могут. И часто наше поведение тоже похоже на поведение крысы и мыши, что можем сломать что-то, а создать не можем. И Вишвамитра он тоже хотел, очень гордился, хотел свой новый мир создать. И таким образом, ну, вот часто случается так. И вот смотрите, из Шримад-Бхагаватам я произнес эту шлоку, чтобы напомнить вам, что если вы любите Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати, вы должны
распространить его послание по всему миру. И ни копейки я не ожидаю получить от вас. Оставьте меня одного, чтобы я мог умереть спокойно в окружении Гуру Вайшнавов. И Санкиртаны Ваман Госвами Махарадж говорил, что я хочу умереть невидимым и не известным. Но если мы можем передать всю Пратиштху, всю славу, почет и уважение Шриле Прабхупаде, то пускай ее придет сколько, столько, сколько нужно. И вот Гуру Махарадж, он научил меня, как поддерживать чистоту, чтобы никакая Пратиштха не затрагивала моего сердца. Кто говорит Харикатху? Не я. Харикатху говорит Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Гурудев. Они находятся в моем сердце и говорят. И в тот день, когда мы подумаем, я подумаю, что я говорю Харикатху, я пишу что-то, то это. И в тот день, когда мы подумаем, что это мы можем говорить прекрасную Харикатху и писать что-то, то в этот день испражнения будут исходить из нас. И вот если я найду достойную личность, подобную тому, как Шукадева Госвами, мне нужен один человек, который осознает все и который будет достоин слушать, и перед которым я могу говорить. И тот, кто впоследствии может взять этот огонь от меня и передать его дальше всему миру. Я не стремлюсь найти тысячи последователей, поскольку качество и количество, оно несовместимо. Одного настоящего последователя для меня достаточно. Кто может принять такую харикатху? Многие думают обо мне как о своем враге, поскольку в Чандракане был, например, там. Ну, какие-то люди были против того, что Махарадж приезжает. И вот в течение прошлого месяца пытались что-то сделать. Махарадж, когда приехал, поклонился в их храме. И начал говорить Харикатху и провозгласил, что какая же, какой недостаток во мне. Как, например, судья, если кому-то смертный приговор приносит, то должен рассказать, за что. И вот Махарадж сказал, что я хочу услышать это, по какой причине эти люди, они препятствуют, чтобы другие приходили на Харикатху, хотя бы одну причину назовите. Then, if you are not coming, then I can think this way. Maybe I am loose character. Can you prove? Maybe my character is not good. Or maybe if I am going to speak Harikatha, then you can become naked. То есть две причины могут быть, либо то, что я потерял весь характер, или вторая причина, что если я буду говорить Харикатху, то другие люди почувствуют себя буквально раздетыми. То есть то, что Махарадж будет говорить такую неприкрытую правду, и некоторые люди так не смогут это слушать. И вот я хочу вести простую жизнь, и, но эта простая жизнь, она должна быть в соответствии с Юктавайраги, с таким гармоничным отречением. И вот смотрите. Это наставление Бхагаватам, и кто-то отказывается от этого совета, но это наставление Шримад Бхагаватам.
И вот говорится, те возвышенные души, те, кто в своем сердце поместили лотосные стопы Верховного Господа в свое сердце и закрыли его там, то Господь говорит, что я продан, буквально продан вам благодаря вашему служению, вашей преданности. Севактатва, она более велика, чем Севьятатва. Кто такой Кришна? Мы хотим знать, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху. Мы хотим понять славу Радхарани, и это зовется Радхарануга Падьяти. Мы хотим понять славу Радхарани. Я не говорю. Шрила Прабхупад говорит, Шридхара Махарадж говорит, и вот Шридхара Дагустин Махарадж и Шрила Прабхупад, они говорят так. Как понять славу Радхарани? Это не женщина. Мы не можем просто пойти посмотреть на нее. Каково состояние обусловленной души? Об этом я дальше буду говорить, а то, о чем говорит Шрила Прабхупад Махарадж. О таком болезненном, плачевном состоянии обусловленной души. И вот Шримад Бхагаватам говорится, что вы всю вашу энергию посвящаете изучению Веды, Веданты, Упанишада и прочее. Почему вы не служите Гуру Вайшнавам? Вы обретете все этим служением. В Упанишадах мы прекрасный совет находим. И до сих пор вы чувствуете какую-то неудовлетворенность, у вас нет денег, положение в обществе или еще чего-то. Вы не чувствуете удовлетворения в вашей жизни. Почему? Вы преданы? Если вы преданы, я преданы, какие признаки? Я говорю только о Сиддханте, никто не может. Я уважаю, люблю всех, и вот в Упанишадах мы находим прекрасный совет. Гурвага говорит об этом, и что это? You have to concentrate on this point. After getting, и вот мы должны думать об этом, что то, если мы обретем нечто, что удовлетворит все наши потребности, и вот говорится, что мы должны стремиться к тому, что насытит и удовлетворит все наши потребности, все наши желания и устремления. И вот в Упанишадах мы находим прекрасный совет, то, узнав лотосные стопы Верховного Господа, что еще может остаться неузнанным в этом мире, ничего не останется неизведанным. Если мы познаем лотосные стопы Кришны, то все остальные потребности окажутся ненужными, и это зовется совершенной верой. И вот это наставление Упанишад, что мы должны думать снова и снова об этом. But now you are resting under the lotus feet of Krishna. Krishna is all omnipresent. Krishna, он везде сущ и полон шести видов достояния. И каково же? Если мы обнаружим себя как слугу Кришны, то чего же будет недоставать в нашей жизни?
и в конце Махарадж делает заключение вот о этой Джива-сварупе в последний день. И вот смотрите, после того, как обретя то богатство, то я, то после чего мы не будем чувствовать никакого неудовлетворения, то узнав, что узнав лотосные стопы Шри Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху, ничего не останется неузнанным в нашей жизни, неосознанным. Мы должны помнить это, и поэтому, когда Катайни и Гарги, когда их этот муж Ягьявалка ушел, чтобы принять саньясу и распространить великое сокровище, которое осталось с Ягьявалкой. И вот он раздавал все, разделил на две части, чтобы отдать своим женам. И вот когда он уходил принять саньяс, и жены спросили: «О, муж, у нас есть вопрос». И то сокровище, которое ты дал нам, мы будем ли мы полностью довольны этим? И то богатство, которое ты нам дал, мы уверен ли ты в том, то, что мы обретем все, и поэтому нет, то, что я дарую вам, это богатство, оно не может даровать нам, вам полного удовлетворения. И тогда почему ты не дашь нам совет о том, что же нам нужно на самом деле? То богатство, которое ты даешь нам, поможет ли оно достичь нам амриты? Если нет, то зачем ты даешь его нам? This property cannot give me this nectar. Then you are giving this to this world. What you can do with this? И что мы будем делать с этим материальным богатством? In our life we have. If we have, then green signal you can get. What you can do? All material possessions, everybody can worship me. Everyone wants my lotus feet, big garden. Woman can also come and give garden, but it's prohibited, strictly prohibited. Нет, Махарадж говорит, что мы уважаем женщин, но женщины никогда не должны предлагать гирлянды тем, кто находится в отреченном укладе жизни. Это не позволено, это совершенно не учение Шримана Махапрабху. И вот смотрите. И вот там говорится, это от Гарги, и Катайни, они говорят, то, что не может дать нам такого сокровища амриты, то, что мы будем делать с этим материальным богатством, какой толк от этого? И вот в Бхагаватам такова Сиддханта в третьей песне. Вот во Вриндаване есть такие глупые люди, которые пытаются доказать, что Шрила Бхактивинода Тхакура был неправ. Мы хотим отлупить их тапком, но все
общество, оно молчит. И так общество значит, что оно такое беспозвоночное, как тряпка. То, что они не могут ответить должным образом, и как такие люди могут занимать посты лидеров, если они подобны тряпке и не могут должным образом ответить. Даже вот мусульмане, они то друг с другом спорят. Если кто-то оскорбляет кого-то, если одному мусульманину что-то сказать, то он позовет других и будут разбираться. А у нас и того нет. Один японец приехал со своей Японии, хотели посетить святые места Индии, вот в Аршане были. И вот были очень счастливы видеть все, и потом вынуждены были сказать, что такое великое духовное наследие в Индии. Но мы и так неудачны. Но проблема то, что недостаток человечности, организованности, общности и прочего, и как преданные, какое... I like to die before hearing all Ravi Shekhar and Guru Krishna. Why Krishna Bhagavan not arranging that I should die before hearing? So you see, those Japanese. И вот эти японцы сказали так, что недостаток вот в Индии, недостаток общности, только. Такой способности сотрудничать, нету такого национального духа и прочего, что объединяется. И как они могут прогрессировать с материального или с духовных областей? С материальной точки зрения тоже нужно что-то понять, поскольку если что такое, например, независимость, это... Независимость. Что такое настоящая независимость? Вот индусы часто понимают это слишком глупо. То есть может делать все, что захочется. Если Индия получила свободу, независимость, то можно сделать все, что угодно. Но это разве значение свободы? И вот один, это то ли англичанин, то ли американец, вот, как раз когда учился, где-то он слышал его высказывание, был очень счастлив, рад видеть, слышать такие слова. Он сказал, что такое независимость, вот если спросите всех саду на улице, могут ли они сказать что-то в соответствии с Гауди Сиддантой. Конечно, не могут, поскольку Гаудия-Сидданта они не слышали никогда, но вот этот человек сказал, вот очень прекрасно то, что свобода значит и независимость, это и... исполнение своих цели, но так, чтобы другие не были ущемлены так же, когда красиво. На английском, по-русски не могу прямо сейчас сказать. Смысл в том, чтобы достижение своих целей без ущемления целей других членов общества. Что такое определение супружества? То есть это гармония сердец для достижения единой цели. А почему? А почему это
такое же прекрасное определение на пути баджана во время дикши не принимается, если просто на пути. На пути супружества это принимается. А другие философы, я очень счастлив. И также слышать вот это прекрасное определение супружества, что супружество — это дружба между двумя душами, имеющие разные пола. А вот такое. Because he was not devotee, but he was a right man. I respect him. At least that kind of truthfulness in my life. Индийское определение. Because never he wanted to take center of life. But every person of second, I'm going to take center of life. That much different. Вот, Видьясагара, он и то не мог понять это, но Махарадж очень уважает Видьясагара, но за его правдивость. И вот однажды Шрила Прабхупада спросил его, то, что если вы раньше говорили, что вы не можете говорить что-то о том, что вы никогда не видели, и если видели ли вы Кришну, чтобы говорить о нем так, и он подумал, действительно. И вот когда Шрила Прабхупада спросил, что видели ли вы Верховного Господа, чтобы говорить о том, что он безличен, и он вынужден был признать свою ошибку. Смотрите, в отношении, когда Шрила Прабхупада учился у Видьясагара, то внешне было видно, что Шрила Прабхупада его ученик, а тот его учитель. Но на самом деле, если посмотреть на вторичные такие признаки, то видно, будет видно, что наоборот. To be frank, we have to speak. So much quality is there. At the same time, he was barrister, a district magistrate. Bhaktivinoda Thakur and he also. At the same time, so powerful. So nice sanskar. But bhakti sanskar was not there. He can explain Gita, but we are less interested to hear Gita from you. He can explain Gita. Pages of it. So big Pandit. His writing, so many things. Bande Mataram. И вот Махарадж говорит, этот автор, кто написал Ванде Матарам, он Банким Чандра, как-то его так звали. Их нельзя сравнивать с Шрилой Бхактивинодом Такуром. И вот если бы Бхактивинода Такур, он хотел явить себя как писатель и поэта, то не было бы никого, кто бы мог сравниться с ним. Но Шрила Бхактивинода Такур, он посвятил всю свою жизнь преданности. И почему бы не пойти и не служить тем чистым преданным, в сердцах которых есть лотосные стопы Верховного Господа? Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны стремиться к деньгам, большим храмам и прочим. Если мы будем стремиться к этому, то это богатство, которое может прийти, оно может ослепить нас, и это может стать нашей дорогой в ад. Если мы слишком богатые люди или занимающие слишком высокое положение, оно может ослепить их, и
как вернуть зрение, как Куреш, например, он мог вернуть свое зрение, но такие люди, они не могут вернуть свое зрение и видение впоследствии. Ну, Куреш, например, он по милости Господа, он обрел такие глаза, с помощью которых мог видеть лотосные стопы Верховного Господа и настоящее, прошлое и будущее. That's why they can speak Arigatha. If you are blind, и вот только те, кто видят, чувствуют Верховного Господа, они могут говорить настоящую Харикатху. Так Сарупа Госай, например, если кто-то может получить одобрение от Сарупа Госая, то только тогда я могу признать, что тот человек, он действительно ачарья. Сарупа Госай, он Махапрабху сделал его главой всей Гауди. И вот смотрите, на сегодня конец времени мало. Мы пытаемся запомнить Сарупа, смотрите и прочее. Но если кто-то слишком увлекается какими-то другими вещами, то это опасно, поскольку мы можем отклониться от пути Шрилы Прабхупады и малейшее отклонение от пути, указанного Гурудевом, оно в итоге приведет нас в ад. И что, а что скажет Сварупа Госай про нас, это очень важно. А какие-то люди, если они будут оскорблять нас, то мы не должны внимания уделять им. Which company or which spiritual going to give me, sir? I want this kind of certificate, you give me. So that people are not going to disturb me. I want. You show me. So you see, in this way, all you see it is written there, that all you are unnecessarily going to take trouble. You can get everything, all direct realization. I can give direct example. Я могу привести пример, как Бихари, он был внешне необразован, но от Джаганнатха с Бабаджи Махараджа получил все осознание. Я могу привести пример и доказать это. Но не все могут принять это, кто-то следует каким-то другим путям. И вот какова же процедура проповеди Гауди Матха, как Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда проповедовал, какие качества проповедников должны быть. Я в дальнейшем буду говорить на эту тему. И вот смотрите. И таким образом, если мы можем вести свою смиренную жизнь, то, несомненно, мы сможем прогрессировать. Карнанди Каладанива Хатуме, Джухамару Рангани, Сичайтанна Джани Дета Валасад, Лила Судха Старбуни, Excuse me, don't misunderstand me. Repeatedly I'm saying, don't misunderstand me.